Какими на самом деле были отношения Иисуса Христа с Марией Магдалиной? Ни одна другая женщина в Библии не окутана таким количеством тайн. Была ли Мария Магдалина просто одной из многих спутниц Спасителя, проституткой или даже возлюбленной Сына Божьего? Существует Священное Писание, которое дает нам ответы на все эти животрепещущие вопросы, но Церковь яростно отвергает этот древний сборник текстов. Но какое запретное знание скрывает Евангелие от Марии? Почему так мало людей знают его содержание? И самое главное, как Евангелие от Марии меняет наше представление об Иисусе? Существует книга, которая повергает в хаос все, что, как нам кажется, мы знаем об Иисусе Христе. Книга, свидетельствующая о том, что Спаситель имел интимную связь с Марией Магдалиной, был женат на ней и даже зачал от нее ребенка. Следовательно, и Святой Грааль не является сосудом в классическом понимании. Это тело Марии Магдалины, которое выносило потомство Мессии. Однако в этой революционной книге Откровений есть большой подвох. Роман Дэна Брауна «Святотатство» ни в коем случае не претендует на историческую достоверность. Вышедшая позже в кинотеатрах под оригинальным английским названием «Код да Винчи», захватывающая история, тем не менее, вызывает у некоторых зрителей насущный вопрос. А что, если в представленных тезисах все-таки что-то есть? Ведь Браун основывал свое исследование не только на псевдонаучных источниках современности, но и значительно более древних писаниях, которые и сегодня являются предметом споров в церковных кругах. Давай просто взглянем на Евангелие от Филиппа, которое, будучи апокрифом, не входит в официальный библейский канон. Хотя сборник изречений, вероятно, датируется вторым веком нашей эры и является частью так называемых писаний Наг-Хаммади, в 58 главе в нем говорится: «А спутница Спасителя, Мария Магдалина, Спаситель любил ее больше всех учеников и часто целовал ее в губы». Однако эти особые отношения вызывали сильное недовольство у других последователей Иисуса. Вторая часть отрывка гласит: «Тогда ученики стали завидовать и роптать. Они спрашивали: „Почему ты любишь их больше, чем всех нас?“ Спаситель ответил на это: „Почему я не люблю вас так же сильно, как их?“» В связи с этими строками быстро возникает предположение, что отношения между Иисусом и Марией Магдалиной выходили далеко за рамки отношений религиозного лидера и последовательницы. Но, как уже говорилось, Евангелие от Филиппа не является частью Нового Завета. Так что же официальное Священное Писание говорит о спутнице Мессии? В Евангелиях от Луки и Марка мы читаем, что Иисус изгнал 7 бесов из Марии Магдалины, и что она была одной из тех женщин, которые последовали за Христом. Следовательно, она присутствовала и при распятии, и при погребении, и была одной из тех, кто обнаружил пустую гробницу в пасхальное утро. После того, как Мария Магдалина рассказала об этом ученикам, воскресший Иисус встретился с ней первым и велел ей донести весть о воскресении до своих последователей. Любил ли Иисус проститутку? Однако не все, что мы знаем о Марии Магдалине, исходит из самой Библии. Часто говорят, что спутница Иисуса когда-то была проституткой. Однако в таком виде это не подтверждается Священным Писанием. Вместо этого в Евангелии от Луки мы читаем о безымянной грешнице, которая омыла ноги Иисусу. Позже безымянная женщина была идентифицирована как Мария Магдалина, а термин «грешница» был интерпретирован как «проститутка». Некоторые считают, что более поздняя христианская традиция намеренно спутала Марию Магдалину с женщиной, описанной Лукой, чтобы принизить ее статус. Однако суть в том, что это уравнение по меньшей мере не ясно. И чтобы получить немного больше ясности, стоит повнимательнее присмотреться к Священному Писанию, которое уже в своем названии носит имя человека, о котором идет речь – Евангелие от Марии. Если говорить подробно, то здесь мы имеем дело с источником, который классифицируется как гностицизм. Под ним подразумеваются различные религиозные учения 2 и 3 веков, некоторые из которых оказали влияние и на раннее христианство. Как часть так называемого «Codex Berlinensis Gnosticus 8502» или сокращенно BG, Евангелие от Марии было обнаружено в Египте в 1896 году. После того, как берлинский церковный историк Карл Шмидт нашел фрагменты небольшой папирусной книги у торговца древностями, быстро возник главный вопрос – как следует поместить содержание кодекса в общий христианский контекст? Хотя мы имеем дело с коптскими переводами изначально греческих текстов, собрание рукописей включает в себя 4 разных содержания – апокриф Иоанна, София Иисуса Христа, Деяния Петра и, конечно же, Евангелие от Марии. Первая проблема, с которой сталкивает нас Евангелие от Марии, это его неполнота. Но даже если Писание сохранилось лишь в неполном виде,
Это не значит, что оно не обладает потенциалом, способным потрясти церковь до основания. Правда об Иисусе и Марии Магдалине. Хотя текст состоит из трех частей, начинается он с седьмой страницы. Если говорить подробно, то Евангелие от Марии начинается непосредственно с вопроса, будет ли также спасен материал или нет. В ходе беседы между воскресшим Иисусом и его учениками Искупитель отвечает, что все существа, все формы и все создания существуют друг в друге и друг с другом. Следовательно, все они погибнут до самого корня. На вопрос Петра, в чем состоит грех мира, Спаситель отвечает, что на самом деле греха нет, потому что он возникает только через действия людей, например, через блуд. Кроме того, во вступительном фрагменте также содержится поручение Иисуса проповедовать ученикам. Но затем Сын Божий исчезает, а его последователи впадают в глубокое отчаяние. Теперь Мария Магдалина выступает в роли утешительницы общины. Здесь мы читаем. «Тогда Мария встала, приветствовала всех и сказала братьям, «Не плачьте, не скорбите и не сомневайтесь, ибо милость Его пребудет с вами и сохранит вас. Восславим величие Его, ибо Он приготовил нас и сделал людьми». Следующий отрывок теперь приобретает необычайное значение. Ведь он подтверждает то, что также написано в Евангелии от Филиппа, упомянутом в самом начале. Петр сказал Марии, «Сестра, мы знаем, что Спаситель любил тебя больше, чем остальных женщин. Расскажи нам слова Спасителя, которые ты помнишь и знаешь, но которых мы не знаем, потому что не слышали их». Для многих ученых этот абзац является явным доказательством того, что отношения между Иисусом и Марией Магдалиной были уникальными. Мало того, что Мессия любил Марию больше, чем любую другую женщину, и об этом, очевидно, знали все. Нет, он еще и открыл ей высшее знание, возможно, божественное прозрение, которое не слышал ни один ученик. Мария соглашается на просьбу Петра и рассказывает, что встретила Иисуса во сне. В этом видении она спрашивает Спасителя. Когда человек имеет видение, получает ли он его естественной душой или Святым Духом? Иисус отвечает, «Не душой, не Святым Духом, а через понимание. Это лежит посередине между ними». Мария также узнает о восхождении земной души от видимого к невидимому. Дух должен преодолеть различные стадии, такие как тьма, желание и невежество, чтобы испытать божественное искупление. Ты лжец. Мы помним, в Евангелии от Филиппа мы узнаем, что ученики завидуют Марии Магдалине и ее особым отношениям с Иисусом. Однако в Евангелии от Марии их реакция еще более резкая. Оно гласит. Но Андрей сказал братьям, «Говорите, что вы думаете о словах Марии. Я не верю, что Спаситель сказал это, ибо это странное учение». Петр тоже принял участие в обсуждении и вмешался. «Неужели Спаситель должен был говорить с женщиной втайне и исключить нас? Что нам теперь делать? Должны ли мы передумать и прислушаться к ней? Неужели Искупитель отдал предпочтение ей, а не нам?» Обвиненная во лжи, Мария раздражается слезами и обращается к Петру. «Брат мой Петр, что ты говоришь? Неужели ты думаешь, что я сама придумала все это в своем сердце и стала бы так лгать о Спасителе?» Тут вмешивается Леви и упрекает Петра. «Брат мой Петр, ты всегда был вспыльчив». Но если Спаситель счел ее достаточно достойной, кто ты такой, чтобы осуждать ее? Конечно, Спаситель прекрасно их знает. И снова. «И именно поэтому он любил их больше, чем нас». Левий заканчивает спор, а затем увещевает учеников провозглашать Евангелие. Сохранившаяся версия Евангелия от Марии завершается тем, что ученики отправляются в путь, чтобы взять послание Иисуса в мир и проповедовать его. Были ли Иисус и Мария Магдалина парой? Если мы обратимся к гностическим Евангелиям, то ответ будет таким – да, скорее всего, они были. Однако не стоит забывать, что эти предания не являются признанными источниками в церковных кругах. Именно поэтому большинство теологов придерживаются мнения, что они основаны на литературном вымысле. И все же, похоже, до сих пор существуют некоторые артефакты, которые могут навсегда изменить наше представление об Иисусе. К ним относится небольшой фрагмент папируса, который произвел огромную волну на конференции в Риме несколько лет назад. Тогда известный религовед Карен Кинг представила краткое, но в то же время новаторское содержание крошечного документа. Текст гласил «Иисус сказал им, жена моя». И как ты можешь себе представить, под «женой моей» подразумевается никто иной, как Мария Магдалина. Не прошло и нескольких минут, как раздались первые голоса, называющие раннехристианский фрагмент подделкой, но это обвинение было опровергнуто учеными из Гарвардского университета.
И все же эти 8 строк на коптском языке до сих пор не дают покоя экспертным кругам. Ведь они были записаны всего через 150 лет после смерти Иисуса. И все же этот фрагмент воплощает в себя самое древнее и пока единственное письменное свидетельство того, что некоторые ранние христиане предполагали, что Иисус был женат. Нажми на кнопку подписаться и больше никогда не пропускай захватывающие видео.